Приближается славная дата – День Победы над фашистской Германией. В Смоленском доме офицеров состоялся республиканский семинар лекторов, посвященный проблемам военно-патриотического воспитания молодежи. Участники семинара поделились опытом пропагандистской работы среди подрастающего поколения. Вот и герой нашего рассказа – Павел Иванович Чибисов, военрук 6-й средней школы. В 1941 году он добровольцем ушел в армию. Всю войну был в танковых частях, участвовал в штурме Берлина. После демобилизации стал работать с молодежью. За активную военно-патриотическую работу имеет многочисленные дипломы и почетные грамоты. Затаит дыхание, слушают ребята рассказ о событиях героических лет. Особенно взволнованно рассказывает Павел Иванович о победной весне, которую с надеждой ждали люди в разных странах мира. В школьном музее боевой славы Павел Иванович знакомит ребят с документами военных лет. Тридцать лет назад прогремел салют Победы, но память о народном подвиге не меркнет в наших сердцах. И юное поколение воспитывается на героических примерах.